витископ. Пригласили просто как спортсменку, как призер Олимпийских игр, побыть в качестве почетного гостя на одной из открытых тренировок, которые проходили в рамках подготовки к Киевскому полумарафону. Вот. Но мне было интересно, я откликнулась, тем более особо не занята в данный момент была. Вот. И когда приехала, мне понравилось вообще то, что происходит, атмосфера, как люди, ну, которые вообще любят бег, может быть, даже до этого никогда не бегали, но вот узнали об этом, решили прийти. Вот. Ну вот, собственно, потом постепенно, даже, наверное, это больше как бы желание людей было, что они хотели, когда уже полумарафон прошел, продолжение этого. То есть им понравилось вот это, знаете, как такой вот словите, ну, какие-то эндорфины эти здоровые. И хотелось продолжать и продолжать, и всем понравилось общаться. То есть это уже какое-то сообщество сформировалось. Мы решили вот так вот собраться вместе и вот начать это. Потому что действительно видели в этом перспективу. Был спрос. Вот главное, мы хотели это сделать качественно, чтобы людям предложить, ну, как бы действительно интересные программы, что не просто так вот они собрались как-то бесценно. То есть это разработанные были план мероприятий, это соревнования, к которым готовятся. И, соответственно, под это уже тренировочный план, чтобы люди понимали, что они, тренируясь, повышают свои какие-то там физические качества, они стали выносливее, они стали сильнее, то есть они, значит, могут прибавить в результате. И их это подстегивает, мотивирует очень сильно. И самое главное, что вот им нравится быть, общаться друг с другом, и нам в том числе. Ну, я как бы совмещаю немножко две, скажем так, там, функциональные обязанности. Первая я как управляющий менеджер, а вторая как тренер. То есть я тренирую новичков и людей, которые хотят, ну, где-то бегать 5-10 километров на стартах. Вот. И плюс там веду учет, группы записываю, распределяю, общаюсь с людьми, то есть там веду рассылку. Ну вот, скажем так. Витископ. Спортивное видео.